Всем привет, с вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости за неделю. Вкусно, но грустно. Житель Москвы взорвал квартиру при попытке приготовить бутерброд. Необычный рецепт мужчина увидел в рекомендациях ТикТока. Нужно было всего-то расплавить сыр на батоне при помощи газовой горелки. Но что-то пошло не так. Баллон вспыхнул и произошел взрыв. Кулинар-экспериментатор не пострадал, а вот квартире повезло меньше. Рецепт бомба, честно говоря. Ты не ты, когда голоден. В Калифорнии медведь пробрался в дом, чтобы полакомиться тортом. Местная жительница услышала шум на первом этаже и обратилась в 911 за помощью. Когда полицейские вошли в дом, они заметили медведя на кухне. Мишка съел свежий торт и от души порылся в холодильнике. При виде стражи порядка косолапый убежал. Что ж, не пойман, не вор. Всем рома за мой счет. Житель Мехико решил подбодрить участников марафона и подлил стаканчики с водой ром. Мужчина посчитал, что бегуны будут на небе от счастья, и эта гонка станет величайшей в истории. Организаторы шутку не оценили, и теперь весельчаку грозит срок за хулиганство. А на сегодня все. До новых встреч. Пока!